Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посетить вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сером 1 Хролиплей, первый серый, у них здесь Кирилл Путбуль. Итак, чуваки, сегодня я хочу показать самую прибыльную работу на данный момент, по моему мнению, потому что я на этой работе работал, и здесь хорошо платят. По названию ролика, я думаю, поняли, какая это работа. Но хотел бы затронуть такую тему, как вот я видос вылаживал, типа, что чипринг убрали, типа, вот, капец и так далее. Многие там писали, типа, вот, администраторы не знают, типа, что ты там на них бомбишь и так далее. Я не бомбил, я просто сказал, что, блин, они должны знать хоть что-то, понимаете? Ну, они должны дать какой-то нормальный ответ, а не просто неизвестно. Хотя бы могли бы писать, типа, мы не владеем данной информацией или так далее. Ну, блин, ну не просто писать неизвестно. Понимаете, ну это бред. Это реально бред, писать тупо неизвестно. И все. Это реально бред. Как вы понимаете, чипринг не вернули. Вот. Сегодня 2 апреля. И ни хрена не вернули. Это круто? Конечно, да. Охрененно просто. Просто великолепно, блядь. Серьезно, ну блин, ну как? Понимаете, никакой информации тоже в группе нету. Возможно, свободки есть, но я там забанен. Вот в чем проблема. Но в обычной группе нету никакой информации вообще. Просто никакой информации нету. Это реально бесит просто. Ну, это реально бесит. Как бы, блин, как я узнал, типа, вот, это точно не точная информация, типа, вот, убрали чип-тюн, когда оставили только один чип. Оставили только один чип и все. Какой-то Вася, блин, не работает. Вася, пизду работать. Давайте напишем работай. Работай или от дай комбайн. Серьезно, блин, нахера он не работает и комбайн, сука, занял. В чем прикол вообще, я не понимаю. В чем, мать его, прикол? Еще не работает, пусть, блядь, отдаст этот комбайн. Понимаете, блин. Ну серьезно, чипчунг типа убрали. Как бы теперь только один чип. Для чего один чип? Чтобы вы когда покупали машину с автосалона, понимаете, чтобы вы могли сделать нормальную скорость, как сейчас. Да, просто нормальную скорость, как сейчас. Чтобы могли сделать, вроде бы я так слышал. Но это тоже не точная информация. Ну, блин, понимаете, те люди, какие там, допустим, знаешь, купили Rolls-Royce, вложили туда, там только один чип, наверное, 5 лямов стоит. Допустим, вложить туда 6 миллионов тоже, купили там Ламбу, Майбах, вложить туда бабки, им никто их не вернет, понимаете, это получается деньги потрачены впустую, вот от чего меня бомбит. Ладно, они решили это все убрать, но верните людям деньги тогда, верните тогда людям деньги, чтобы люди не просто так потратили деньги, как бы, возможно, это были их последние деньги и так далее, и они вложили их в машину, но блин, нет, вам абсолютно насрать на это. И вы не хотите никому ничего возвращать и никому ничего писать. Почему убрали, чтобы вообще это убрали и так далее. Просто многие в шоке, что это сделали, что убрали чипы. Как бы люди вложили бабло в свои тачки. А, ну, получается зря все. Просто зря. Просто, знаете, вот так вот там 2 ляма, 5 лямов, 6 лямов просто отдали впустую. Это круто? Конечно же нет. Это не круто. Такого не должно быть. Понимаете, такого не должно быть. Проект как бы не нуб РП там и так далее. Проект уже 3 года. И они не обращают внимания на такие мелочи. Блин, это нужно продумывать, прежде чем убирать. Надо было сначала предупредить всех. Вернуть деньги, допустим, за чипы. А потом уже убирать. А не просто убрать, блядь, и просто молчать, знаете. Никому ничего не говорить. Это, конечно, тоже не прикольно. Просто, знаете, молчать. Это довольно-таки не прикольно вообще. Потому что люди тоже, ну, хотят ответов знать. Я тоже хочу знать ответ, почему же их убрали. И вернут ли деньги, как бы,
Да, я еще поставил чипы, когда они были по 400 тысяч, ну, 2 чипа стоило. Я поставил на Ямаху, на Мерседес и на БМВ. Но все равно это в кругленькую сумму обходится, лям 200, пацаны. Лям 200 как бы на полу не валяется тоже. Сейчас лям заработать, это, блядь, это пиздец просто, понимаете? Вот разве что на комбайнах можно заработать, потому что здесь за 5 минут можно 10 тысяч заработать. Я хотел вам это показать, но, блин, видимо, не смогу показать. Но я буду ждать, пока освободится комбайн. Минуточку внимания, хочу поставить вам бизнес своего знакомого. Его бизнес — это магазин одежды в Арзамасе. Находится он недалеко возле спавна Арзамаса, то есть возле вокзала Арзамаса, сразу за мостом, рядом возле 24/7 находится его магазин. Здесь вы сможете купить скины на любой вкус и за любую цену. Также, если вы свяжетесь с владельцем этого бизнеса, то есть моим знакомым, и захотите купить дорогой скин, то когда вы покупаете, 50% от его стоимости вам возвращается. Так что всем советую, покупайте шмот только в этом магазине. Так, мне удалось словить комбайн, пацаны, только что такой дикий забес был просто. Я успел арендовать и закрыть, но меня, пацаны, кто-то выкидывал с тачки как-то, блин, я не знаю как. Но лучше вам советую его закрывать, лог 2 пишите, закрываете. Сейчас исправили баг с тем, что типа вот, знаете, вы закройте его, типа комбайн, и потом, если вы перезайдете, то все, вы его не сможете открыть и так далее. Это все профиксили, и это очень круто. Это реально очень круто. Сейчас я покажу, сколько здесь можно заработать. Как по мне, сейчас эта работа самая прибыльная. Самая прибыльная, и всем советую здесь работать, но комбайна всего два, поэтому будет жесткая борьба за это, потому что работа очень легкая на самом деле. Просто врубаете музон и катаетесь на самом деле, и все. Как бы круги здесь не пишутся, поэтому придется интуицию все включать. Тут один круг стоит 10 тысяч, косарь точнее. То есть здесь кругов 10 тысяч. За 5 минут можно 10 кругов сделать спокойно. Я вам серьезно отвечаю, можно спокойно. То есть сейчас вы можете заработать 150-200 тысяч спокойно. 150-200 тысяч можете заработать спокойно. Если работать там, знаете, альт поджимать. Хотя вроде сейчас не надо альт поджимать уже. Я не знаю, хотя наверное надо, да. Не, альт все равно надо поджимать, кстати, он быстрее так едет с альтом. Как бы, поэтому альт поджимайте просто и будете быстрее работать. Видите, я ну, как ускоряюсь по сравнению с другим человеком, который работает тоже на комбайне. Вот, я думаю в том, что я альт поджимаю, нету ничего плохого, потому что ну, это разрешено использовать альт, по-моему, можешь. Поэтому это нормально. Это нормально, это никакой не баг, это просто, блин. Как бы это можно делать, и на дальнобойщиках поджимают альт и так далее. Это все нормально, пацаны, это все нормально. Как бы да, мы едем быстрее, но блин, не пиздец как быстро, понимаете, ну. Такого прям разрыва нету. Думаю, за это не будет админ наказывать, я надеюсь. Поэтому давайте поработаем пару минуток, и я потом покажу вам, сколько я заработал. Так, я уже работаю 5 минут ровно где-то, да, где-то так, короче, сейчас мы последний круг доезжаем, и я покажу, сколько мы заработали денег. На самом деле, мне вот этот человечек мешал, блин, на комбайне, он очень медленный, я просто привык уже к чекпоинтам нормально, и мне никакого труда не составляет на них ездить, я просто выйти быстро езжу по ним, а он, блин, такой медленный, такой тупой, серьезно, ну, без обид, конечно, но, возможно, первый раз работает, но, блин, что есть, то есть. Он реально очень жестко тупит, и меня это очень жестко бесит. Давайте комбайн отдадим людям. Я сейчас его открою и пропишу на рент. Так, лог 1. А точнее, лог 2. Он рент. Советую вам тоже так делать, потому что ну, блин, ну, серьезно, пока ждать. Просто вы можете так выйти и рента сойти, но это придется людям ждать 2 минуты, а так кто-то из них возьмет комбайн. Вот, мы заработали 12 тысяч, ну, буквально за 5 минут. В итоге, получается, что мы за час можем заработать 150-200 тысяч спокойно. Ну, если это при том условии, если вы учите все чекпоинты, будете ездить быстро, и никто вам не будет мешать. Как бы вот так вот. Как по мне, это самая прибыльная работа на данном сервере. На данный момент, на данном сервере. Потому что раньше, типа, была лишь руба там прибыльная. А сейчас ни хрена подобного. Сейчас самое прибыльное это вот на комбайне кататься, как бы и не сильно устаешь. Я вот музыку включил, когда вот работал. И было все заебись. Спокойно себе ездил, 5 минут поездил, вообще не устал ни капли.
так само можно час ездить, я тоже катался час, как бы зарабатывал 200 тысяч спокойно. Когда был X3, помню, я заработал за полчаса 200 тысяч. Поэтому, чуваки, советую вам здесь работать, но, блин, там жесткая борьба идет, поэтому, ну, тут уже все зависит от вас. Сможете ли вы арендовать этот комбайн, либо нет. Ну, на этом у меня все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north.